Всем привет! В общем, собираемся мы сегодня на день рождения. В общем, уже почти готовы. Сейчас уже скоро будем выезжать. И поэтому хочу, пока мы дома, сейчас я вам быстренько покажу тортик, который вчера делала. Все ждали его в последнем видео, но я ж не могла показать торт заранее, чтобы ребенок увидел. Он же тоже там мельком где-нибудь досмотрят, когда родители смотрят. Ну, не родители, мама. Папа-то точно не смотрит. А, в общем, сейчас покажу вам. Вот. Вот такой вот тортик. У меня получился. В общем, делала такой первый раз. Не, я вообще такие красивые торты начала делать, как бы только что. Это мой второй или третий тортик. В общем, это для нашего Пауля. Вот ему, короче, было 3 годика в пятницу. И сегодня мы к ним едем. И вот такой тортик я ему сделала. Думаю, что ему понравится. Так как у Софийки было недавно день рождения. Смотрите, я ей сделала вот такой вот букетик. Сонь, ну не мешай меня снимать. Сонь, ну ты чё, кого ты там увидела? Соня мешает. Вот такой вот букетик. Не очень он у меня хорошо получился, так как я хотела. Но все же. Сонь! Кого ты там увидела? Там никого нету. Не лайк. Вот так. Еще машинку мы большую Паулю купили. Надо ее... Сейчас я вам ее тоже покажу. Что-то я ее не приготовила. Соня! Эй! В общем, Паулю еще купили вот такую вот машинку на день рождения и конвертик с денежками. В общем, Карина сказала, сильно большие, ну, подарки, ну, игрушки попросила не делать. Сказала, лучше они возьмут деньгами. Ну, в общем, вот такая вот машинка, смотрите, она на пульту с управлением. Ну, в общем, нормально, видно, не отсвечивает, вот так вроде получше. Ну и все, и мы выезжаем. Сейчас я это все упакую в машину. Надо еще как-то будет поставить этот тортик. Ну ладно, до встречи. Смотрите, какой старенький Volkswagen. Ну да, конечно, он как специально прям перед нами повернул. Как будто бы знал, что я его хочу снять, да, Валас? Он такой свежепокрашенный, да? Или... Это мы подъезжаем к Франкфурту. Тут самолеты, видите, как летают? Все, о, все скрылся. Где он? Вон сзади летит. Вон там. Вон как летит самолетик. Все, опять спрятался, да? Да, Сабрин? Он спрятался? Смотрите, что еще хотела вам показать. Софийка мне подарила вот такую красивую картиночку. Сейчас приду домой, повешу ее дома на стене, на свою дверь на кухне. И будет она у меня там висеть. Ну и все, мы уже подъезжаем к дому. Наше путешествие на сегодня закончилось. Наше путешествие на сегодня закончилось. Ну и всем пока-пока! Она хочет посмотреть себе новый, как он называется, iPad или как? iPad Pro. В общем, сейчас поедем, потому что Сабрина хочет себе купить. Сделай вот так мне, пожалуйста, поверни на меня. В общем, Сабринка хочет себе купить новый этот iPad. Ну, это чтобы в школу не таскать много тетрадок. Взял одну дощечку. Да? Дощечку, Сабрин? Да. И положил сумочку.
и пошел в школу. В общем, влог у меня будет 2 дней, потому что вчера мы уже приехали поздно с дня рождения. Я, естественно, уже ничего не делала, видео не монтировала, поэтому сделаю влог 2 дней. В общем, сегодня что-нибудь поснимаю, еще покажу вам что-нибудь, если мы что-то найдем. Но я так думаю, что мы найдем. 1000 евро стоит. Наверное, в магазинах есть. Так, фотоаппарат мой любимый. Надо потихонечку ехать. Блин, я его сегодня еще хочу. Смотрите, какой стульчик прикольный. Сабрине предложила, а она отказалась. Здесь еще такой же. Вон она сидит, мадамина. Ты другой нашла? Не, смотрите, какой. Не, ну такой ей, конечно, не пойдет. А вот беленький как раз было бы красиво. Такой прикольный. Не хочет. Приземлилась там. Наверное, ты его такой хочешь? Вот такой красный. Саврина, он столько места у тебя займет. Это он тебя не поместится между комодом и кроватью. Какой диванчик. Не знаю. Мне теперь еще нужно такой диванчик выбрать, чтобы шерсть Сомина не застревала, чтобы хорошо убиралась оттуда. Ну, вот это ничего. Вообще, чем мы сюда приехали? Мы приехали, в принципе, посмотреть новый журнальный столик, потому что свой я хочу выкинуть. Мне он не нравится. Но еще ничего такого не нашли. Он тоже такой прикольный. Ну, внизу постоянно будут что-нибудь ложить. Такой квадратный я не хочу. Идем дальше. А вот этот вот диванчик, между прочим, ничего. Не знаю, как. Надо спрашивать. Это вы можете заказать любого цвета, который хотите. И качество. Вот, наверное, надо вот такой какой-то заказать. Вот такое. Не знаю. Надо вон тут посмотреть. А, коричневый. Я ж не хочу коричневый. Такой же или... Какой-то имитат. Не, это какой-то материал, похожий на кожу, но это не кожа. Такой мне нравится. Только серый. Вот этот вот ничего и серый можно заказать. Цена вот 1119. И вот тут, я так понимаю, что можно заказать. Какого цвета ты хочешь? И вот такой бы. Вот такой серый, может, я бы заказала. Идем дальше. Это вот если в ту комнату, где я работаю, если бы он раскладывался. Ой, наверное, не раскладывается. Не, нам надо такой, чтобы раскладывался. В общем, вот 400. Вот тоже ничего. Серый. Сейчас цену специально сниму поближе. Сейчас, мы же сегодня без папы своего. Сабрина вдвоем. Папе еще нужно будет показывать. И тоже вот можно любой цвет выбрать. Но мне такой не надо. Всякий разный цветной, чтобы вот такой бы мне как раз бы подошел. С
стеночка красивая. Вот ничего, стол. Это если на кухне заменить. Коверчики. Короче, мы с Авриной были в двух магазинах. Потом в машине расскажем. В общем, что-то ничего не нашли мы с ней. Блестящий ковер. Саврин, представляешь, сколько... Тут такой ворс длинный. Я не думаю, что это хорошая идея. В общем, были мы в магазине. И что вы думаете? Сабрина в расстроенных чувствах. Потому что нету в магазине в наличии новых айпэдов. Да? Да. И можно только заказать. А заказать, это будет, короче, заказ длится 6 недель. Интересно, Олеся сейчас в Ашафенбург. Ты туда не хочешь ехать или? А ты посмотри сначала, есть он там где-нибудь в магазинах или нет? Ждем. Здесь мы тоже думали, что есть. Ну, Apple Store, это еще вообще что-то другое, чем... Лифабам, это September. Ну вот видишь, везде. Нет, это на Oppo. Нет. Потом заходили еще в мебельный. Смотри, фотография на нехорошую камеру. И он закрытый. Кто закрыт? Господи, Анливер Фрай. Ты что за улица? Куда ты вообще-то едешь? Я что-то не туда поехала. Конечно, только же на камеру смотришь. В общем, короче, заезжали мы еще в один магазин. Там тоже нету. И у них даже нельзя было заказать, да? Я так поняла? Можно было. А, можно было? В сентябре хоть придет. А, просто Сабрина одна там ходила, заказывала, я в стороне стояла. Ну, не заказывала, а спрашивала. В общем, короче, если сейчас заказать, тут придет только в сентябре. Еще где-то что-то есть. М? Еще где-то что-то есть. Как понять? Не знаю. Магазины, что ли? Да. Ну, а что толку, если магазины там есть, а если в магазинах нету? В общем, были мы еще потом в двух мебельных магазинах. Я хотела себе столик посмотреть в журнале. Журнальный. Короче, тоже ничего не нашла. Что-то мне вообще ничего не понравилось. В общем, не знаю. Нужно будет еще куда-нибудь съездить. Еще в Ашафенбурге есть мебельный. Там, где мы спальню заказывали, помнишь? Туда. Ну, спальню, которую мебель, спальню. Вашу? Да. Но сегодня уже все, сегодня мы уже едем домой. Сабрина все ищет, где бы ей что заказать. Да, Сабрина? Да. Не умирай, найдешь. В общем, едем мы домой. Вот сегодня на обед готовлю плов. Сегодня буду делать со свининки. Здесь я уже порезала лучок. Нарезала морковку. Нашинковала. Сейчас покажу, на какой терочке я шинкую морковку. Вот на такой. Вот такая у меня терка. Я уже ее помыла. На ней я шинкую морковку. Здесь у меня не, ну, вот эти вот кончики, которые остались. Я их сейчас порезала. Сейчас руками порежу. Сильно до конца не тру, чтобы, ну, руки не поранить. Вот, сделаю плов и сделаю вот потом салатик с помидорок. Что это такое? И сделаю потом салат с помидор, с огурцами
И еще у меня, по-моему, айсберг салат остался немножечко. Все, здесь у меня жарится мясо с морковочкой. Теперь я сюда добавляю рис. Все это тут так разравниваю. Сейчас посолю и добавлю еще воды. Все посолила и сейчас заливаю все это водой. Все закрываю крышкой. Ну вот плов мой готов, салатик с помидорками и с капусточкой тоже готов. Сейчас пойду обедать. И все, кто сейчас тоже кушает, всем приятного аппетита. Вот закупилась я, купила вот таких вот 3 свежих салата. Они стоили 2,93, по-моему. Свежее молоко. Это свежее, в холодильник ложить нужно. Не знаю я, сколько оно стоило, как всегда. В общем, опять вот такие вот макарончики, лапшичку. Соус по 38 копеек, это я посмотрела, к салату. Купила вот такие вот замороженные овощи. Итальянские и азиатские, в общем, стоили по ним ойра 25. Морковку я тоже так, ойра 54 стоила морковка. Сейчас купила вот такие маленькие, ну вот такую выпечку к чаю, в общем, по акции 7 штук стоило 95 копеек. Девочки балуются. Не дуй на нее. Соня, дай ей кусик. Дай. Сонь. Дай кусик. Ого. Соня спряталась. И вот так они целый день лежат вдвоем, ничего не делая. Да, Сабрина? Нет, Сабрина сегодня уже Соню накупала. Ну. А что ты не сняла? Ты сняла как-то Соню купала? Mm-mm. А что ты не сняла? Она баловалась. Она баловалась? Ах ты, Соня. Ну, убери ей ножку от ушка. Ну, Сабрин, смотри, она от тебя прячется. Ку-ку. Дай кусик. Дай, тизюнечко. Ребята, у меня вопрос. Какой у тебя вопрос к ребятам? Как вам вот эта сумочка? Не очень, правда? Я хочу мне ее купить. Сумочка, сумочка хорошая, стоит сильно дорого. Не, пойдет. Нет, дорого. Пойдет. Красивая, да? Да. Ну, Сабрин, не надо так пищать, блин. Сабрин, все, уходи, мы тут работаем с Соней. Сабрин, ты Соню оставишь? Она уже закрывается от тебя, видишь? Сабрин, ты видишь, она от тебя уже закрывается. Дай ей игрушки, вон валяются ее. Ты что? Алло. Дай ей игрушку, вон заяц валяется кверх ногами. Это шнуфель. Ну, Сабрина, сильно ее так не мучай.
Вот сейчас она тебя занула. Кусик. Дай кусик. Дай. 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 Ну, поиграли? Вот, Соня бы все везде проверить. У нас тут сегодня утром траву косили. Да, Сонь? Сонь, посмотри на меня. Сонь? Сонечку посмотри, Махару. Еще посмотри, Сонь. Сонь? Сонь? Нет, она ж гуляет. Ну вот, что ты там нанюхиваешь? Сегодня утром. У нас здесь траву покосили. И Сонечка теперь проверяет на запах травку. Да, все. Сделали свои дела? Молодец. Смотрите, какие у нас здесь васильки в поле. Красота. А вон там ромашки маленькие. И мотоциклы носятся, как сумасшедшие. Да, Сонь? Все, Сонь, пойдем домой. Сонь, мы домой пойдем? Не, ей все равно.